гэта, канешне, магчымасць для людзей, якія, можна сказаць, толькі пачалі сваю кар'еру, ці знаходзяцца ў працэсе самарэалізацыі, удасканаліць свае веды, а таксама пазнаёміцца з лепшымі мировымі і еўрапейскімі практыкамі. У нас будзе спецыяльны праграм для Беларусі. Мы надеемся, што мы будзем потом цесна работаць з 50 менеджеров из культурных сфер и их обучать в менеджменте культуры, креативных индустрий. Культура не должна идти сзади паровоза всего, а культура все-таки должна стоять во главе угла развития любого общества и с ее помощью развивать все остальные аспекты. Я хочу верить в то, что Евросоюз просто пытается передать наиболее перспективные свои знания, какой-то опыт. Повышение уровня вот, в сфере менеджмента, получение новых знаний, новые контакты для тех, кто в Минске, и очень важно, за пределами Минска. Наш интерес – это чтобы построить сектор, а сектор – это включает государство, это включает негосударственный сектор, и это включает частный сектор тоже. Но, конечно, наш опыт в Европе – это что сектор сильнее, если все этих субсекторов могут более тесно работать вместе и поддерживать друг друга. Да, этой программы это большое количество образовательных моментов, и не только там, условно говоря, образование, а скорее как обмен опытом. Я думаю, что это достаточно интересно для нас в том числе. Мы с удовольствием готовы подключиться. В нашей галерее, как минимум, точно есть чем поделиться.